Будем? Да. Иди. Добрый день. Сегодня 8 июня. Мы приехали с семьей на берег реки с ночевкой. Долгожданный отдых после карантина. Реколетка. Всем привет. Ну и что ты делаешь? Лодку будем качать. Вот. Будем обкатывать сейчас, мотор. Рыбалка еще запрещена с лодки. Еще 2 дня осталось потерпеть. Поэтому будем обкатывать мотор, рыбачить с берега. Все, я буду сидеть. Образование. Фотосессия проходит. Да. Что-то я сильно затянул. Уша, ну не балуйся. По-хорошему нажимайте. Дай, сестра поможет. Я. Давай. Ножку-то выше поднимай. Да, она же прям качать, как будто там вообще, знаешь, так сложно, прям невообразимо. Вот такие сидушки четкие. Мягкие. Чтобы попе было мягко. Попе. Чтобы папиной попе было мягко. Ага. Конкретно. Мяч достали из машины, пнули один раз и потеряли мяч. Мяч в реке. Операция по спасению мяча. Потому что это единственный досуг в данном месте. Он прямо на вас плывет. Да давайте сейчас. Стойте там, стойте. Все, давай, тихонечко. Лови быстрее, лови. Все. Все, 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 хватит. Что, спасли? Почти. Ура, спасли. Так, значит, какой делаем вывод? Где играем мячом? Вот там подальше от реки. Вот у нас готова яхта. Титаник уже в сборе. Титаник. Титаник в сборе? Поедешь, поедешь. Такая вот красота. Не мешайся, Ян. А? Вообще круто. Там сразу глубоко. А там нет. Что за мотор? Сейчас мы поставим, установим мотор на эту лодку. Да. И будем обкатывать. Надеюсь, его. Это не приведет. Требуется 10 часов обкатки. 10 часов обкатки мотора, чтобы он 10 часов работал. Ну почему? А
А почему здесь часовой обкат? Ну, чтобы вот так вот, чтобы все винтики, шурупики работали, как полагается. А если он не работает? Ну, какие-то есть проблемы, на то и гарантии существует таких вещей. Я уже хотела сесть и полететь прям на этом, с этим мотором. Как на самолете. Да, не в другую сторону пойдешь? Да. Папа наливает бензин. Ой, запас. Здесь держать. На всякий случай подержать. А что может случиться? А ты едешь? В чем дело? О. Помаши ручкой! У-ху! А меня есть? Папа на воде, на лодке! А мы все вместе приедем! Поворачивай. Ух ты, блин, а чё? Круто! Титаник чё, вообще нормалёк! А чё это у меня сестра? Потому что там папа сидит. Ну там же... Нормально что наклоняется так и надо. Да. Это страшно. Это страшно. Папа возвращается. Ага. Вроде бы все удачно. Мы теперь будем дружить с водой. В целом проходит. Классно, да? Вау, как она поднимает. Все? Можно меня? Можно меня первую? Я первая. Летчик-испытатель собирается в плавание. Да, первый испытатель. Не забывайте, если я умру. Да, конечно. Вон там же свисток в кармашке есть, посвисти. Что, реально? Вау. Помните, свистели в Титанике, это свисток-то был? Она свистела-то, вот. Ой, сейчас. Еще не могу что-то сделать. Не туда свистишь, вот что. А, да-да. Или не туда. У меня нету свистка. Чего вот, вот таким можно свистком услышать, а? Держись, Прохор! Слышно, вау, значит, не страшно, а здорово. Ну, это первая его поездка на лодке. Ну, я думала, что сейчас важно. Но. Ну. Это что, реально не страшно? Да, это вообще не страшно. Ой. Ну что, все живы? Да, все. Thank you.
выплыли на другой берег. Вот такая лодочка. Ну, все-таки, конечно, здорово. Лучше, чем ничего, по нашим речкам небольшим на такой лодочке плавать вообще самое то. Порыбачить и спин покидать. Сегодня 8 июня. Через 2 дня заканчивается нерест. Поэтому пока без рыбалки. Уточка с цыплятками прогуливается. Как уточка с утятками, вернее, прогуливается. Тут там ищут, ходят. Червячков. Где? А, вот. В баню положите. О, всяких у меня есть. А? Много вам всяких. Яна, ты уж не одевай, поди. Держи в руках. А, что, можно не одевать, да? Вы там потом оденете. Ну, ладно. Не знаю. Тома Сойера. Кто готов? Я. Ты ничего не горишь. Вау! Как, пап? Вообще вылитая. Похоже на меня так. Да, да, да. Особенно именно как ты сидишь. Вот. Косо так, да? Сами по косы я все ровно нарисовала. Нормально. Пойдет. Я, знаете что? Думала всегда, почему бабушки могут так вот долго сидеть. Я могу долго сидеть. Сидела бы и сидела, лови. Сидела бы. Опа. Я еще и не бабушка. Да. Зажигалку мать купила вчера. Все мы привезли, зажигалку мы не привезли. И вообще здорово. Можно было попросить. У кого пьяных там есть бутылка на ходе. Здорово. Такая замечательная погода. Сегодня
И завтра тоже будет тепло, жарко. Отрок там купается. Купальный сезон открыл. Ну! Что, поедешь сюда? Да. Хорошо, одевай жилет. Пойду еще от раковицу тоже привезу. Как будем ходить? Привезли от раковицу. Тоже захотела тут покупаться. Такое интересное шествие такое. Еще флаг на него повесить. Холодно. Холодная вода-то еще. Никто и не предполагал купаться. Но на улице так тепло, что прямо хочется в воду залезть. Камушки такие красивые. Все греется. Она там не по духам кричит это. Вот у нас же приют хорошо. Но. А Прохора? Плыви, что у тебя есть жилет спасательный? Что-то не понравилась ей идея. Ну. Ну, мы там ходили, мы сами варили суп, картошку чистили. Ну, хотя как-то если с там, друзьями. Ну, нет, так, ну, там был старший у нас, очень была... Я имею в виду с коллективом. Не одна же с собой в поход идти. Я имею в виду... С вами я бы не вышла. Чего? Блин. Я на них хочу, я на свои. Что с нами скучно-то? Мам, я уже хочу мяско. Да ты что? Кажется, мама, почему-то вот дома... Поснимай красный хорни, там танцуют. Мама, почему-то дома я не, уже не, танцует. Не хочу там мясо или это...
Там тоже друзья какие-то отдыхают, закадычные. На рыбалку приехали, но походу дело рыбалки у них там не получится. Что, к концу подходит готовка? Да все, мне кажется. Все, будем готов. Пап, давай палатку ставим. Как уж. Ну, иди сюда, иди сюда, иди сюда. С чаем вместе. Капает вода. Закрыто вообще. Подожди, а потом это уже выпьет. Вечерние развлечения. Интернета нет, ничего нет. Зато есть костер, огонь и дети. Молодец. Ну-ка покажи. Вау. Ой. Круто. А у тебя? У меня ничего. Это кто? Не знаю. Показывай. Она показывай. Это и углем нарисовала. Круто вообще. Вообще здорово. Углем. Угу. Папа у нас рыбачит. Я вам сказала больше не трогать картон. Я это всем сказала. Так надо больше делать. Вот жёлчь. Ну что? Мама. То геморрой, то ветер боковой. Мама, это можно? Июнь, на рыбалку, да. Плюнь. Во-во. Что, так и будем здесь, остаемся? Да, да. Уехали. Если уж утром туда приеду, к утру-то точно трезвые приедут. У меня хвостик взяла. Ой, она что, ко мне прилепилась, что ли? Посиди меня в пластиках, ко мне она прилепилась. Ой, господи. Давай, меня. Всех сожрали вообще напрочь. А должны были попасться, да, или что? Ну, как бы, если крупная рыба, да, подойдет, так она. Так. Тоже вымыло немножко. Просто как я забросил, не очень. Зачем мне на Лиса косится? Что, медведь? Какой? Самое первое, достаньте палатку из сумки. Второе, поднимите центральный узел. Вон он. Медведи не катают. Я их покажу, я там. Ага, вот. Вот, поднимите центральный узел. И она должна поднимать и встать. Бежим, быстрее! Дальше. Опустите 4 стойки в разные стороны. Четыре стойки в разные стороны. Она что, черная? Я. Папа, мы что-то с тобой вместе спать? Ботинки сняли? Нет.
Нет, все, пошли, вон от вас воняет. Кыш, мышь, мышь, мышь. Нет. Кыш, кыш, давайте сейчас шубу матрасу написал. Выходим. Часа ночи? 10. Потому что... Ух ты, рыба плеснулась там. Что? Рыба плеснулась, видели? Ага. Круто, я видел. Ой, смотри, какие от нее волны. Да. Вау. Доброе утро, страна! Доброе. Че какие-то грустные все? У нас дома три Сони. Три? Это ты. Да. У тебя мошки ползают. Надоели уже. Где побрызгать тебя? Плохо, значит. Все голодные, есть хотят, давай, вставай уже, открывай все сокровища. Доброе утро. Папа, доброе ты спускаешь нас на лодке? Муся, пей. Небо чистейшее вообще, не на облачках. Прикинь, сегодня 23 градуса передавали. На, смапываться бегом. Доброго дня! У нас сегодня второй день отдыха. Переночевали. Сейчас примерно 11 час дня. На небе ни облачка нет. Сегодня по прогнозам синоптиков обещали до 20-30 градусов тепла без дождя. На том берегу наши дети, которые уже тоже все поделали, покупались, померили ногами глубину реки. Позагорали.
после 2 месяцев карантина. Папа у нас отправился порыбачить на лодке. Пока его нет. Ждем. Вони, конечно, очень жарко. Дети собираются, слышно звук мотора, кто-то подплывает. Тут еще был рыбачок. Вот он возвращается. Вот мы его видим уже. А нашего папу мы еще ждем. Вот и наш папа оказался. Грузим детей, которые уже вообще там уже все, ни сил, ни нервов, ни питья, ни воды. С прибытием на берег. Ну что, удачно? До одного окунька поймала. Ну и слава богу. Я поймала щуку. Красотка. Красавчики все. Ну, поехали домой уже. Поехали. Круто. Дай здесь снимем. Красавчика-то. Красавчик. И папу. Красавчик. Два красавчика. В эфире два красавчика. Короче, молодец. Короче, молодец. Понимаешь? Все. Она что, живая? Спроси у нее. У него. Все, мы собрались. Дети все живо, мирно собрали, потому что домой хочется, жара, устали. Собираем лодку. Сушили все. Пол посушили, все помыли. Чистенько все было.
Вот такой вот у нас, такая у нас добыча сегодня. Угу. Применение тоже уже нашли наши собачки. Жареную сразу привезем. Сразу вареную, жира, потому что неимоверная. Ну что, это тоже хорошо. Чистим ласточку нашу. У меня есть Соня? Есть, а да. Не от загара вообще-то. Соня, давай перевернем. Я занята. Давай. Кстати, переворачивай. Мне ногти мешают, мне ногти как у этого. У Росомахи, да. Все. Иди-ка покажи, что там у тебя. Иди покажи, чтобы все знали, какие у тебя ногти вообще. Мама ценит все девочки. Чего? Все девочки оценят. А мальчики чего? Мальчик. Сделай фокус. Все там нормально, как без фокуса все отлично видно. Такая обширная, да. Как это? Угу. Да, говорю, палатка там кое-как затолкали. Ну, просто как неправильно сложили. Да, конечно, все равно она такая же и была. Очень узкая сумка. Ну что, 5 сантиметров ткани пожалели. А если она будет сырая после дождя, это вообще куда запихивать? Посмотри, как там вообще аккуратно, да, все вошло. Вообще. Все, последний штрих, а еще мотор. Мы покидаем это прекрасное место. День сегодня просто замечательный, тепло. Ветерочек легкий дует. Прекрасная погода. Чудесная природа. Очень хорошо отдохнуть. Всем до свидания. Вот такая красота. Есть. Всего-то лишь 2 цвета. 3. Как красиво. Мелочи, приятно. Да. Ну как вы отдохнули такой? Нормально? Тогда еще поедем. Завтра? Снимаем стресс. Потому что на улице плюс 30. Одна держит мотор, другая держит ее за руку. Тут капец, да. Полный. Ну вот такая лекунка. Нормально только в районах МХАДа. Ну еще на магистрали Пермь-Екатеринбург нормальная. Все, полетели с этих домов.